во второй половине развалились. С чем это связано? Ну, наверное, не с сыгранностью. Ребята, друзья на улице играли. Надо побольше сыграться, и думаю, все будет лучше. Если в лиге будут еще какие-то соревнования, то мы будем обязательно участвовать. Летом будет. 15 июня летний кубок. Как тебе соперник Денвер? Соперник очень хороший. Главный плюс, наверное, звездных игроков нету. То, что командная игра у них более развита. Ладно, успех. Все, спасибо.